Всем-всем доброго вечера. Купила вот две такие баночки. Вообще это идет как закуска к вину. Одна с вялеными помидорами и орехами. Тут кешью и кедровый орех и нут еще. А вторая грибная закусочка. Идут грибы, кабачки, ну и всякие немного добавка овощей. Такой беру первый раз. Что это и с чем едят? Не знаю, но написано прям к вину. Баночки очень небольшие. Здесь состав сзади мелко. Кто хочет, может нажать на паузу, прочитать подробно. Там масло везде оливковое добавляется. То есть состав, в принципе, я прочитала хороший. Сейчас будем вскрывать с вами. Каждая баночка идет по 100 грамм. Здесь вот еще пармезан добавлен, забыла сказать. А здесь добавлен еще тахини. Честно, не знаю, что это такое. Но сейчас откроем и посмотрим. И вот так вот закусочки выглядят уже, когда откроешь банку. Грибной вот этот, как паштет, можно сказать, выглядит. Плотный такой довольно-таки. Похож по консистенции на наш, как мясной паштет. То есть это какой-нибудь там, который в баночках продают. Вот такой плотненький. А вот этот из вяленых томатов с пармезаном уже выглядит вот так, более жидко. И по рекомендации написано делать с брускеттой. Ну, с брускеттой, с батончиком, то есть с белым хлебушком, в общем. Лучше поджаренным, но можно и с таким. Ну, я сделала маленькие бутербродики с белой булочкой, с такой несладкой, сдобной. И вот такие вот получились бутербродики. Я уже попробовала, конечно же. Мне грибной больше по душе, то есть это как бы такой более для меня привычный. Но томатный тоже очень вкусный. Кому нравятся особенно вяленые томаты, но хоть и написано, что закуска к вину, я думаю, и без вина, то есть тоже очень даже вкусненько. И в принципе вот так, если взять две баночки, можно даже составить большое блюдо, когда к вам компания пришла на праздник какой-то. Тоже будет как дополнение к званному столу. И вкусная, интересная, такая необычная закусочка. В принципе, покупать можно. Так вот, иногда себя побаловать. Каждая баночка в районе 100 рублей. Вот так вот примерно. Ну, а я всем желаю хорошего настроения, вкусных перекусов и всего самого-самого лучшего.